Смотрите это видео. Все очень просят, очень требуют, приготовь что-то с чем-то. Хоть что-то. Поэтому и сегодня, чтобы удовлетворить всех, приготовлю миди с карри. Или карри с миди. Короче, увидим. Смотрите это видео. Дамы и господа, сегодня сделаем величайший карри из миди, или миди с карри, которая, несмотря на то, что звучит немножко по-гречески, миди с карри, это не греческое, это индийское блюдо, индийское величайшее блюдо. Или тайское, один из двух. Или не индийское, один из двух. Вот особенно не важно, важно, что масло забыло. Сейчас я сниму. Так, немножко масла. О, без фанатизма. Хорошо. С легчайшим фанатизмом. Потом натираем наш имбирь. И вуаля. Так, чесночки. Раз, два, три. О. Поняли. О, пять. Давайте пять без фанатизма, только пять. Обжарим. Обжарескус. Чили. О, прекрасно. Прекрасно. Хорошенько обжарим чесночелли. Это очень важно. Потом миди. Имбирь. Вали, вуаля, кинза, опла, сон. Чесночок, это не чесночок, а лук. Немножко эссенции лемонграсс. Это для тех, у которых лемонграсс не растет прямо во дворе. Теперь немножко зира. Величайшее количество куркумелла. Куркума очень вкусная, очень полезная и вообще очень величайшая. Теперь кокос, молоко. О, кокос, молоко. Мощнейший. Вы сами проверяете, вы хотите более жидкое, хотите более густое. В общем, всегда добавляйте немножко воды. Вот, воды. Или бульончелли. Если вы ставите бульончелли, это вообще идеально. Если у вас нет, тогда воды. Соль. Когда консистенция вашего карри? Вот она такая кремная, такая, вообще подливистая. Подливистая значит, что карри готов. Если любите, возьмите отдельно немножко рис на пару и съедите это вместе. Я думаю, что очень вкусно. Композиция, да, вот такая мощнейшая композиция. Например, вот так. О. Лучше так. Так это всегда намного лучше. Величайшая куркумизация вашей кухни, ваше тело, вашей жизни вот, завершается именно в это блюдо. Карри из миди с рисом или без. Мне нравится рис. То, что приятного аппетита. Вот. И куркумизируйтесь. А с вашего позволения, вот вдруг нет пиалок, я вот так попробую.
великан. Да, да, да.